Ситуация на дороге в реальном времени. Компания «Интерсвязь» продолжает развитие проекта «Улицы онлайн». Как использовать преимущества городского видеонаблюдения и какие новшества ждут абонентов, расскажем далее. С работы без пробок и ДТП Александр Тихонов рассказывает, перед тем, как сесть за руль, мониторит ситуацию на дороге с помощью опции мобильного приложения. На экране смартфона главные перекрестки Магнитогорска. «Улицы онлайн» – специальный проект от компании «Интерсвязь». Он позволяет не только планировать маршрут, но и разрешать спорные ситуации. Однажды у коллеги была спорная ситуация в поиске видео на пересечении Труда и Карамарса. Так как я являюсь пользователем интерсвязи, я зашел в сервис «Улицы онлайн» и скачал это видео, тем самым помог ему в решении этой ситуации. Доступ к архиву записей можно получить как со смартфона, так и с персонального компьютера. Для этого нужно зайти на сайт компании «Интерсвязь» и перейти по ссылке на специальный портал видеонаблюдения. Услуга абсолютно бесплатна, ее уже успели оценить многие магнитогорцы. Это очень удобно знать, где пробки, где какая ситуация на дороге. Для меня, как для автоледи, это очень удобно, чтобы не попасть ни в какую пробку. На камере просматриваются пробки, можно выбрать удобный путь. Просто это для водителя очень удобно. В проекте расширить спектр возможностей видеонаблюдения. Так магнитогорские автолюбители смогут заранее найти свободное место на парковках через экран смартфона. Скачать бесплатное приложение «Интерсвязь» можно в магазинах App Store или Google Play. Мария Клименко, Александр Моргунов, информационная служба медиагруппы «Знак».